Здравствуйте, в эфире программа «Азбука потребителя», с вами Мария Бодрова. С 1 октября в России вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. Чем он обернется для кредиторов и должников, и как им могут воспользоваться мошенники, разберемся по буквам. 1 октября в России вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. Экономический кризис – лучшее время для его появления, потому что трудности в экономике приводят к росту задолженности всех перед всеми. Напряженность в отношениях между должниками и кредиторами растет. Прежде урегулирование долгов несостоятельного гражданина происходило, как правило, с привлечением судебных приставов или коллекторских агентств. Это порождало много злоупотреблений как со стороны кредиторов, так и со стороны должников. С введением процедуры банкротства физических лиц многие проблемы будут решены. В законе появились механизмы воздействия на недобросовестных заемщиков и полной реабилитации добросовестного должника. Некоторые нововведения способны существенно изменить ландшафт российского долгового рынка. Кто может воспользоваться данным законом? В первую очередь, это граждане, у которых имеется задолженность более 500 тысяч рублей. При этом необходимо отметить, что это должен быть не обязательно один долг в размере более 500 тысяч рублей. Это может быть и множество долгов. То есть это может быть задолженность по коммунальным услугам, займам частным лицам и мелкие кредиты. При этом физическое лицо должно быть неплатежеспособным, то есть после выплаты ежемесячных платежей по кредитам на руках остается меньше прожиточного минимума. В такой ситуации гражданину уже невозможно заплатить за коммунальные услуги или содержать детей моложе 18 лет. Потому лучший выход – признание себя банкротом. Какие будут последствия после того, как человек обратится в суд? В первую очередь важным моментом является, что всей его процедурой, кроме юриста, который необходим в данном деле, так как в связи с тем, что данное дело довольно сложное, необходимо участие финансово-управляющего. Финансово-управляющий привлекается самим судом из саморегулируемой организации, которая же указывает либо должник, либо кредитор, то есть то лицо, которое обращается в суд о признании гражданина банкротом. Данное лицо выбирается автоматически. То есть изначально нельзя выбрать того финансово-управляющего, который будет вести ваше дело по банкротству. Согласно принятому закону, инициировать процедуру банкротства сможет один единственный кредитор. Гражданин тоже вправе подать заявление о признании его банкротом. Причем не только в том случае, если он уже не способен удовлетворять требования кредиторов, но и в случае предвидения банкротства. Но так как оценка угрозы банкротства носит достаточно субъективный характер, появляется почва для злоупотребления со стороны недобросовестных должников. Они могут инициировать банкротство при отсутствии оснований для его возбуждения ради получения защиты, предусмотренной законом. Признание гражданина полным банкротом. Что оно подразумевает? Что у гражданина нет ни имущества, ни денежных средств, с помощью которых он может погасить данную задолженность. То есть он является безнадежным должником. Эта процедура позволяет законным способом признать гражданина банкротом, после которого ни коллекторы, ни банки, ни любые другие учреждения, а именно должники, кредиторы должника, не имеют права предъявлять в последующем требования. Главное – провести данную процедуру законно. В случае повторного признания гражданина банкротом в течение 5-летнего периода правило об освобождении его от обязательств не применяется. В этом случае неудовлетворенные в банкротстве требования кредиторов удовлетворяются в общем порядке, а должник лишается права на реабилитацию. В течение 5 лет, когда он будет обращаться за займами либо кредитами в кредитное учреждение, он обязан указать, что он был признан ранее банкротом. И также он не имеет права 3 года быть учредителем организации юридического лица и не быть директором, управляющим лицом. Больше никаких негативных последствий в виде того, как невозможности выезда за границу после признания банкротом, приобретение недвижимости, автомобиля. Как еще часто бывает, пугают коллекторы, говорят, что женщины будут лишать даже родительских прав. Ничего такого нету. Это является откровенной ложью, чтобы запугать граждан. Прежде недобросовестные должники, физические лица, предвидя проблемы с кредиторами, переоформляли свое имущество на родственников или друзей или расплачивались наиболее важными кредиторами в ущерб другим. В результате кредиторы зачастую лишались возможности удовлетворить свои требования за счет имущества должника. В связи с тем, что сама по себе процедура банкротства изначально создавалась для юридических лиц, она предусматривает длительную процедуру. Так как никаких больших изменений не было внесено именно в процесс процедуры, минимальный срок составляет примерно 4-5 месяцев. Так как необходимо объявлять реестр кредиторов, который должен длиться в течение 2 месяцев,
должна быть процедура реструктуризации, предусматривается тоже около месяца. Соответственно, ранее, чем через 4-5 месяцев, гражданин навряд ли будет признан банкротом, пока нет никаких других изменений в законе. После вынесения решения суда о банкротстве прекращается начисление штрафов, пени, процентов и иных финансовых санкций по всем обязательствам гражданина. Решение о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства суд направляет всем известным кредиторам с указанием срока предъявления кредиторами требований, который не может превышать 2 месяца. Если у вас возникли какие-то вопросы, то пишите и звоните нам. Мы всегда готовы прийти вам на помощь и найти нужного специалиста. До встречи!